Значит, мы с вами сегодня коснемся вот той части нашей жизни, которую сегодня еще не касались практически, кроме первого, по-моему, выступающего Александра Алексеевича, про сны. Ну, сны, как вы знаете, бывают разные. В одних снах приходят символы того, чем человек занимается по жизни, и про его развитие. Либо бывают сны вещи. А бывают сны такие тревожные, а еще и кошмарные. И вот немножко я хочу рассказать, как это все получается. Ну, если мы по жизни делаем какое-то действие, которое мы оцениваем как отрицательное, или поступок какой-то, это действие или поступок у нас вытесняется из сознания, уходит куда-то в подсознание. И вместе с ним уходят все наши переживания, связанные с этим событием. А коль переживания уходят, происходит отщепление, то есть раскол некоторой психики. И раз отщепление, нарушается целостность, и у человека нет шансов прожить последствия своего действия. Ну, раз нарушился контакт со своими переживаниями, нарушилось вот все естественное течение работы системы, то возникает хаос. Хаос, причем, может возникать в других сферах, абсолютно не связанных с этим действием. И по прошествии какого-то времени во снах приходят образы. Причем приходят образы, окрашенные теми эмоциями, которые были вытеснены. И вот в этих образах, правда, как-то непонятно, люди пугаются, ищут сонники, не знают, как быть, что такое мне приснилось, что, ну, переживают много часто. Вот. И в нашей сегодняшней вот работе я хочу дать два алгоритма. Ну вот, это я вам сказала немножко про отрицательные такие события. Если человек не уверенный сам по себе по жизни, у него заниженная самооценка, то все свои достижения он точно так же вытесняет, как и какие-то вот плохие свои поступки, потому что, ну, считает это неважным как-то. Если он вытесняет, то он не проживает свои позитивные эмоции, это ему, ну, как бы не дает принять какие-то свои успехи и развиваться более гармонично, опираясь на свои достижения. Но как бы вот эта опора, на которой он стоит, она не формируется такой устойчивой. Я хочу сегодня, чтобы мы с вами проделали два алгоритма. Я понимаю, что вы все устали. Я понимаю, что уже, ну, как бы вот ничего не хочется вроде делать, хочется так походить, разобраться. Поэтому сейчас я вас просто призываю немножко мобилизоваться, выбрать себе пару. Значит, действия у нас будут следующие. Одно действие будет интеграция сна через контакт с другим, при помощи другого. А второе действие у нас будет интеграция через, ну, такая телесная. Мы должны будем с вами создать нечто такое похожее на шаманский танец под музыку. И интегрировать будем телесно. Поэтому первая часть, вот сейчас мне хотелось бы, чтобы вы как-то вот с кем-то объединились в парах. У вас будет 18 минут на две стороны, значит, по 9 минут на каждого человека, даже, наверное, по 8, потому как время очень ограничено, немножко нам не хватило времени нашего. Значит, за 8 минут вы рассказываете какой-то сон, либо вы берете какую-то сегодняшнюю вот ситуацию, где у вас есть какие-то переживания, которые вот возникли, ну, как-то не укладываются еще в сегодняшние ваши задачи, действия такие лишние, мешают вам. Либо можно просто свою усталость и ту информацию, которую сегодня получили, как-то тоже синтегрировать. В общем, у вас есть 8 минут, чтобы рассказать про вот то, что вас немножко напрягает, или про сон. Человек, который вас слушает, он вам будет задавать вопросы, предлагать себя, вот как бы предстать этим образом из вашего сна или этим переживанием, или этой ситуацией, которая у вас сейчас. Вот. Ну, так что время пошло. Давайте. Меня нет. Нет, меня нет. Выберите кого-нибудь рядышком. Вот. Значит, через 8 минут вы меняетесь. Покойники снятся. Что? Если снятся покойники.
Вот, ну вот поговорите с кем-нибудь, побудьте этим покойником. Не-не, со мной нельзя. Ну, подойдите, попросите кого-нибудь. Поставите вот на этой флешке, там результат 3, который флешка не прошла. Да ладно, флешку, да? Наташа. Флешку дала? Хорошо. Сейчас смотрите. Это была первая часть. Первая часть, она про то, что мы сливаемся с этим образом и рассказываем про свое состояние. На самом деле это не до конца весь, ну, как бы механизм, потому что когда мы работаем, еще действия устраиваем между этими образами, но здесь уже этого не получается, поэтому здесь важно соединиться, вот, соединиться с этой ситуацией и с этими переживаниями. А сейчас мы перейдем к следующему действию. Значит, я прошу вас выйти на свободное место, где есть, включаем музыку и протанцовываем дальше вот эти вот все образы. Задача – протанцевать, успеть за 15 минут 7 образов. Я потом объясню, почему 7. Ну, хотя бы сколько успеете. Включаем музыку. Вставайте. Выходите на свободное место. Я так думаю, что в каждом из вас живет шаман какой-нибудь. И попробуйте пошаманить как следует. Смотрите, здесь мы использовали две техники. Первая техника – это идентификация с образом. И второй человек, он помогает своими вопросами, что ты чувствуешь, когда ты этот образ. Про что это для тебя?
какой смысл у тебя в этом. И это помогает вытащить вот из подсознания именно вот ту ситуацию, которая была вытеснена, восстанавливается целостность. И второй раз, когда мы через телесность вот это вот прорабатываем, то на самом деле у нас работает тело, у нас меняется энергия, и мы тоже эмоционально проживаем вот те состояния, которые были вытеснены. Ну, немножко получилось как вот в таком нечетком сне, потому что как-то времени было мало, устали уже все. Ну, и обычно это делается в более замкнутом таком пространстве. Вот, ну, как получилось, сны разные бывают. Все.